Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. При обработке новой информации он старается пойти самым быстрым и простым путем. Если сказать, что стакан наполовину пустой, то мозг воспринимает сообщение как негативное. Сказать, что стакан наполовину полон – позитивное сообщение. Но ведь стакан остается одним и тем же. Эта ошибка называется эффектом фрейминга. Мы воспринимаем информацию так, как ее нам сообщают. Этим часто пользуются при манипуляциях в СМИ, полностью переворачивая смысл происходящего. Представьте, что в городе началась эпидемия, заболела 600 человек. Местная газета сообщает, вчера в город доставили новую вакцину. Она гарантированно спасет жизни 200 человек. А по телевидению говорят, обещанная вакцина неэффективна. 66% заболевших могут погибнуть. Обе новости говорят об одном и том же. Вакцина точно поможет в одном случае из трех. В двух случаях она может вылечить, а может и нет. Но из-за эффекта фрейминга мы считаем, что сообщения в СМИ противоречат друг другу. Существует ли способ рассказать новость так, чтобы не попасть в ловушку когнитивного искажения?